Национальный банк Украины хоронит гривну. Было принято решение с 24 февраля ввести запрет на выдачу кредитов в гривне, которые используются для покупки валюты. Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева. Банкам будет запрещено давать кредиты клиентам для покупки валюты. Это могут быть как импортные контракты, так и для погашения долгов. Импортеры будут покупать валюту либо за наличную гривну, либо же брать в банках валютные кредиты. По ее словам, Нацбанк усилил контроль за импортными операциями. В первую очередь ограничения коснутся предоплаты. Любая предоплата, которая превышает 50 тысяч долларов, не только покупка валюты, но и любая предоплата, будет проверяться НБУ на предмет законности и правильности операции. Украинские банки незамедлительно отреагировали на это заявление. В результате курс на межбанке упал до минимальных отметок – 31 гривна 70 копеек за доллар.